Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы всадники Олуха. Ну что, 12-й день, я получаю этот сундук. И вот такие вот ресурсы у нас оттуда выпадают. Замечательно, так это мы пропускаем все. И давай посмотрим, есть у нас сегодня какие-нибудь события. Друзья мои, будет событие сегодня, но через практически 6 часов. Это у нас стремительные против свирепых. Ну что, все равно я буду, ребята, играть. Мы, может быть, паки набьем себе, да? Так, подожди-ка, кораблекрушитель. Отпускаем, он у нас есть. Так что извините. Я имею в виду паки вот здесь. Да-да, именно ареновские. Потому что мы вот с тобой сейчас потратим. Последний активируем. Раз уж зашел в игру, да, так давай уже добьем. Извините, что без камеры, слишком усталый. Вялый, опухший какой-то, ну, поэтому, ребят, сегодня без камеры. Так, давай-ка заберем здесь. Посмотрим, что у нас тут. Воу, воу, смотри-ка, 80 железа, надо же. Какая, блин, удача. Плюс 37 железа здесь выпало. Так, это меня уже радует. Такое довольно отличное начало, я тебе скажу. Но нам на самом деле нужно очень много железа. Даже не передать, как много. Так, продолжить. Пускай он приручает всех. Естественно, бесплатно летит. Здесь у нас что выпадет? Руны. А по итогу, давай мне конечный результат, пожалуйста. А выпадают нам с тобой руночки. 12 штук. Ну, неплохо. Давай в приключения. Хотя, ты знаешь, мы можем сделать... Мы можем сделать прокачку. Пускай он идет у нас, тренируется. Ну как, кривоклык? Ага, яйцо. Это яйцо на пристеголово, насколько я помню. Ну, Громгильдочка, ты мне что? Дай древесину. Во. Еще бы не помешало бы, чтобы она мне в конце по итогу выпала. Было бы вообще замечательно. Так, давай дальше глядеть, что у нас тут есть и чего у нас нету. Эти пока у нас ждут, но я, наверное, отправлю этого за древесиной, этого тоже за древесиной. Пускай они летят, добывают. Так, а здесь у нас мы отказываемся от выгодного предложения и забираем вот этот вот топорик. Беззубик, что ты нам принес? Это, по-моему, яйцо на громобой, если я не ошибаюсь. Пускай... Да, это... А, гроза морей, гроза морей. Ну что, пойдем тогда защитим, наверное, Олух. Блин, как там... Как защитить... Как Олух защитить? Начать. Истинные викинги сражаются с драконами, они прячутся за их спинами. Надо же. Проснулся. Здоровье в бою. Слушай, ну... На 400... Больше. Естественно, я пока от этого отказываюсь. Потому что нет у меня столько рун. Погнали. Защитите Олух. Ох, ничего себе тут. Фига тут флотили, ты посмотри. Ёк-макарёк. Да. Флотили это тут, будь здоров, друзья. Так, тут уничтожили. Давай, родные мои. Не хватает энергии. Почему не хватает энергии? А сейчас хватит? Блин, сколько нужно? 9. Вот сейчас должно хватить. А что, у меня одного дракона уже забомбили, да? Получается. Так, тут надо, наверное, помогать. Вот эту вот лодочку разносим. О-о-о! Давай. Так, это лодка бомбит? Не пойму, бомбит она или не бомбит. Ну! Есть, друзья мои, 3 ключа мы с вами сохранили. А значит, мы получаем 3 награды. Вот что я тебе скажу. Победа. Ну, это же круто. Это же, друзья мои, замечательно просто. Не зря мы повоевали сегодня. Так, ну что там у нас будет? Древесина, рыба и вообще рандом, если честно. Посмотрим, что оно выпадет на этом рандоме. Заберите награды, конечно, заберу. Так, древесина, рыба
и шестеренки. Открыть оставшиеся нет, не надо открывать. Мы заберем с тобой эти награды. Ну, а теперь я могу, естественно, его отправить туда, куда я хотел. А хотел я его отправить за... Ну, конечно, за топориками. Ребята, мы топорики еще с вами не нашли все. Пускай летит бесплатно. Так, давай-ка мы еще посмотрим, что у нас тут. Ага, рыбка собрата. Здесь рыбка тоже собрата. А, бремя гонельца у нас получает 76 уровень. Так, повысить уровень драконов на 30. А, слушай, а можно его прокачать или нет? 24 миллиона. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Даже не знаю, ребят. И хочется, и колется. Так, отдай сюда железо. Вот этого вот, говорю, чтобы нам надо прокачать-то на самом деле. Этого мы отправим за древесиной. Этого, опять же, за рыбой. За древесиной. Естественно, за рыбой. Так-с. Этот у нас потихоньку, помаленьку уже приносит. Даже не знаю, пока постоит пускай. Этого за древесиной. Этого за древесиной. И этого за древесиной. Давай-давай-давай, лети. Так мало ты принес. Блин, это что-то как-то маловато приносит. Древесинки, я тебе скажу. Да, не самые, конечно, богатые наборы у нас. Так, вот тут еще модификрылочку сразу за рыбой отправляем. Обучить. Обучить. Ладно, пускай летит, обучается, ребят. Пускай летит. Вот, я понимаю, 107 миллионов. Вот это, блин, принес он мне. Ать, такого не грех, как говорится, ребята, и прокачать, верно? Так, что нам здесь достанется? 3 железа. А кто бы сомневался? Конечно, 3 железа. Они дадут мне тебе 80, как же. Мечтай, держи карман шире. Так, а чтобы... Блин, 350, ребят, 350! Нам нужно железо, чтобы прокачать дальше кузню. Лети пока. Так, этот у нас Роза Ветров получает уровень. Здесь у нас... Да, можно прокачать, в принципе, ничего страшного. Тут еще 4 часа 23 минуты. Вот, друзья мои, вечером. Вечером, уже вечер, в принципе. Так, это будет 10 часов вечера, когда это все созреет. Блин. Ну, значит, завтра мы с вами посмотрим точно. Новую локацию откроем. Новую территорию, точнее, да? И там уже будет все видно. Так, смотрим, что у нас здесь. Все вроде бы как при работе, да? Все заняты. Тогда давай открывать паки. Первый идет у нас бесплатный. Шторморез, чудовище, древоруб. Чутка ресурсов. И вот это вот еще откроем. Так, ну понятно, монетки и сам пак. Шторморез, шипорез, душитель. Кто это у нас тут? Громоножка. Ну, громоножка у нас есть, поэтому отпускаем. Громоножку отпускаем. Сезонный абонемент. Сколько у нас там? 7 дней остается, да? 7 дней. До конца сезона, друзья. Так, мы сейчас получаем награду. И плюс еще 2 еженедельки у нас тут созрело. Так что давай открывать. По 50, нужно будет 150. Вторую награду мне пока не дано получить. 750 бабочек. Блин, вон там еще 500. И слушай, было бы 5800. Хочется, конечно, получить супер награду, но вряд ли получится. Так, этих хохломонов я же всех отправил. Нет, не всех. Дает мне мухоморы. Люблю я мухоморы. Тра-та-та-та-та-та. Давай, иди за рыбой. Так, время гнильца. Чутка не хватило мне, чтобы его прокачать. Так, а где у нас этот шлем? Обычный шлем. Шлем викинга. Покажи. Ага, вот он. Так, давай-ка мы здесь сделаем, наверное... Я же могу? Могу. Нифига, 4 штуки у меня накопилось. Кто-то тут у нас бездельничает. Я вижу, да? Да-да-да, бездельничают у нас дракончики. А должны работать. Должны трудиться на благо нашего острова. Так, ребят, здесь вроде бы все. Так, на этом островке проверим. Угу. Ать, и не хватает. Ну что, как я и говорил, у нас
Сегодня будет чисто вот аренка, друзья мои. Ну, я имею в виду в плане 2 пака вождя мы набьем. А следующая серия уже будет действительно, когда мы пойдем проходить испытания. Там испытания, там же откроется у нас новая территория. Заглянем туда, посмотрим, что нужно для того, чтобы открыть нового наездника. Мне кажется, опять же, 1 000 000 рун нужно копить. Такое вот предчувствие у меня. Ну да не беда, мы уже накопили с тобой на розу ветров, долго копили, конечно, но все-таки у нас получилось. И я думаю, в следующий раз тоже получится. Так, нам эту быстренько... Отлично, по красоте мы уничтожили ее. Так, теперь будем уничтожать Кривоклыка. Кривоклык сейчас, он, наверное, уступит вот этому для разбега. А этот побежит как сумасшедший. Разве я не прав? Да, но я думал, честно говоря, что он Барсика мне уничтожит. А он, видишь, как сделал. Ха. А я вот так тогда сделаю. Пускай он бомбит его. Так, этот сейчас будет бомбить Барсика уже, скорее всего. Да? Он неисправим. Так, ну что, Барсик, мсти. Замечательно. Ну... Оу, мы даже еще успеваем хинуться. Правда, ребята, это нас не спасает. Скорее всего, Барсика он... добьет. Да ты смотри, что он творит. Он не Барсика бьет, он бьет именно Штормореза. Штормореза он хочет доконать, но, к сожалению, у него не получится. Друзья мои, он растратился по силам. Так, друзья, очередная у нас схваточка. Я смотрю, здесь 2 шустрых. Это Роза Ветров и Громорок. Вон там вот. Хорош, там что-то еще пыхтит. Барсик против кого? Против Барсика пошел. Ладно, это дело его. Сугубо личное. Не надо бафать только, пожалуйста. Замечательно. Так, Роза Ветров. Блин, у Барсика пониженная атака. Ага. Слушай, ну замечательно тогда получается. Мы сейчас будем с тобой вот этого вот Барсика... Тьфу ты, Барсика. Громорога наказывать по всей строгости. Сейчас мы вот так вот сделаем. Ну и остается вражеский Барсик. Поехали. Давай укусим. Хильнуться успеем? Успеем. Так, хиляемся. И в конце концов мы его все-таки сейчас, наверное, добьем уже. Замечательно. Ну что, ребята, дальше идем. Я смотрю, здесь мелкий. Но он страж. Это тоже, да? Ветрокрыл страж. Поэтому... Начнем с плестиголового. Быстренько его ушатаем. Надеюсь, быстренько получится. Это сейчас будет двойной плевок делать. Блин, как он меня раздражает, а? Воу! Ты тише, парень-то. Буянь здесь. Нифига ты раздухарился. Блин, мы не успеем хинуться. Вот в чем проблема-то. Давай я не буду, наверное, сейчас пока тратиться. Твою налево. Этот, наверное, потом сделает... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, Барсик не дожил чуть-чуть. Слушай, мне не нравится вот эта вот постановка дел, так скажем. Зря я, наверное, так делаю. Ой, зря я так делаю. Блин, я ведь чувствую, что он забомбит, ребят. Вот наверняка забомбит. Вот сейчас. Сейчас посмотрим, будет он применять суперудар. Да, он без суперудара меня ушатал. А вот так вот, если мы сделаем. Давай трать суперудар. Есть. Интересно, уничтожит он его или нет? Да. Не уничтожил. Теперь проблема в другом, ребят. Как бы мне накопить энергию? Блин, так проснулся, сейчас будет плевать. Вот так я сделаю. Не трать энергию. Так, а ты можешь его бомбить спокойно. Вот, вот это я понимаю. Вот это ты нормально делаешь. Все. Никаких к тебе претензий больше нету. Знаешь, что мне не нравится только? Ах ты. Ну ты ж... А, нет, нормально, нормально, друзья мои. Он потратил, соответственно. Он дал мне возможность сейчас его, ну, грубо говоря, добить. Наверное. Сейчас он будет применять же суперудар? Да, он применяет суперудар. Соответственно, сливает манну.
Блин, он на ничью хочет выйти. Вот что, ёк-макарёк, ребята. Да, он идет на ничью. Ну, что я могу поделать? Ничья так ничья. Ну что же, первый пак вождя мы с тобой заработали. И, как видишь, два обычных пака. Что-то нам в последнее время не везет на редкие. А про эпические я вообще уже забыл, когда мы в последний раз их видели. Ну что ж, давай посмотрим. Громобой, ужасное чудовище. Так, душитель у нас, шипорез, палящий прихвостень, кнут и пруд. Как-то так. Ну что, едем дальше. Я хочу еще один пак вождя заработать и открыть. Как бы сегодняшняя серия будет именно посвящаться пакам. Можно так назвать. Потому что ресурсы будут уже позже. Может быть, даже завтра. Так, смотри внимательно. Их, давай-ка я вот этого, наверное, шарлатана уничтожу. Потому что лаворык, сам понимаешь, мощная машина для убийства. И чем быстрее я от нее избавлюсь, тем лучше. А вот этот вот дебафер, насколько я помню, это же, как у ледяной ужас, да? Вот-вот-вот-вот. Именно это он и чудит, и творит, и бесит он меня этим. Ну, хотя бы от одного избавились, уже плюс. Так, фаерболов, надеюсь, не будет на сегодня? Не будет, сказал Громль. А этот и рад стараться. И того заморозил, и того, и довольный сидит. Давай хиляться. С пониженной, конечно, атакой, да плюс еще, друзья мои, на замедляшке. Очень, очень скверно играть. Сейчас, по-моему, Барсика-то мне и уничтожит, скорее всего. Да. Я надеюсь, мы уничтожим кошмар. Ну что, остается Громль, который сейчас, естественно, фаербол свой заряд. Да ладно, ты серьезно? Ты не стал этого делать? Красавчик ты мой. Пупсик, так сказать. Не стал делать, представляешь? Он решил нас пожалеть, а может быть поддался нам. Ну, это, ребята, уже другая песня, потому что здесь мы выигрываем. Так, ну а в этом поединке у нас вот такие вот драконы. Я даже не знаю, с кого в первого начать. Может быть, с ужаса? Или... Давай, наверное, отсюда. Потому что это у нас дебафер. Он у нас замедляет, плюс атаку понижает. Наверное, все-таки его желательно бы в первую очередь разобрать. С этими уже поговорим попозже немножко. Так, только не дебаф. Ну, конечно. Конечно же... Делает именно дебаф. И чуть-чуть мне не хватило, чтобы его добить. Вот этот вот, если пробафается на атаку, будет очень больно кусаться, поверь мне. Так, уничтожаем этого. Хиляемся сразу же. Ну, сейчас скала будет глушить кого-то. Наверное, это будет Барсик, скорее всего. Нет, я не прав, это был шторморез. Но я, в принципе, понимаю, зачем он это сделал. Ай, они хотят его уничтожить. Я вижу их не нападки. Смотри, 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 сейчас будет. Ну, жулик. А этот добьет, этот подхалим добьет, друзья. Конечно же. Вот. Этот добьет, чтобы он пропустил, как говорится, такую халявку. Такого быть не может. Ну, давай еще пламенем. Ну, конечно же. На 420 бомбит, прикинь. На 420. Я сделаю вот так вот. Я сделаю вот так вот. Все, все, все. Хоть ты запыхтись тут теперь нам по барабану. Мы его будем уничтожать. Причем тотально. Очередная наша битва. Нифига себе. Хорош. Двоих сразу воткнули. Ну, нормально, я тебе скажу. Они сейчас по два... Так, он один расстреляется? По-моему, уже два должен бомбить. Они тут хорошо, конечно, устроились. Посмотри. Ну и что это получается? Ладно, от одного избавимся. Что ты будешь делать? Это сейчас по Барсику, да, начнет влуплять. Он хочет его уничтожить. Блин, он еще зеленый. Твою налево. Ладно. Мне не оставляет выбора, как вот этого только хлюпика забомбить. Ну, попытаться, по крайней мере. На следующем ходу хильнемся, если успеем. Ах ты... Ух, сейчас будет плеваться. Тиш-тиш. Блин. Он по фиолетовым, что, зеленый? А, зеленый по фиолам наносит солидный урон. Зеленый по фиолам, ребят.
по красным, да, по красным не очень, а вот именно по фиолетовым, ну, то есть по хитрым, он бомбит. Я сделаю, пожалуй, вот так вот, задебафлю его. Задебафлю, что... Ох, ничего, у него хил на 600. Парень, ты давай завязывай такие штуки-то практиковать. Хинулся он на 600. На, выкуси-ка. Ну что, ребята, вот и второй пак вождя, который мы забираем с превеликим удовольствием. Шторморез, шепот смерти, крылатый ужас, ужасное чудовище, древоруб, вострозуб, прихвостень, кривоклык. И все. И все. Так, слушай, подожди-ка, у нас кто-то же на прокачке же был. По-моему, шипорез. Блин, 24 уровень ему нужен. 24 уровень. То есть, ну, понял, да? Я прокачать его пока не смогу, зато могу получить... Да? Сейчас получим еще одну награду. Что там у нас? Ой, подожди, не сюда. Ага, здесь у нас загадочный пак. Со своими монетками Удина, Громок, Древоруб, Шторморез. Вот так вот. Ну и вроде бы пока все, да? Что мы могли сделали? Все у нас дракончики на заданиях, все собирают рыбку, все довольные. Не могу ничего сделать, к сожалению. Малышку вот эту прокачать, может быть. Даже не прокачать, пускай снежный призрак идет и прокачивается. У нас, по-моему, там еще есть, да, в академке место, поэтому можно же кого-то еще отправить. Блин, сколько же нам нужно много железа, друзья. Ух. Давай-ка мы вернем, наверное, нашего ветрокрыла и отправим его. Да-да, именно за железом мы его отправили. Так, ну что, пока вроде бы все. Все, что успели, сделали. Кого можно было отправить, отправили. Да. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.